Привет, друзья! Мы продолжаем рассматривать тренировочную программу Дуэйна Джонсона. У нас уже было 3 тренировки, сегодня 4-я. У него 5-дневный сплит в неделю. Мы двигаемся по мышечным группам, потому что у него идет фактически по части тела за тренировку. Сегодня день рук. И первое упражнение, классика-классика, это поочередное сгибание рук с гантелями стоя. Мы с вами не раз уже обсуждали и делали это упражнение. Это упражнение одно из моих любимых. И приятно то, что Дуэйн Джонсон начинает свою тренировку именно с этого движения. Он выполняет 5 подходов по 12, 10, 8, 6, 4 повторения, не снижая вес, а просто сокращая количество отдыха между подходами. Благодаря этому происходит вот этот вот самый регресс в количестве повторений. Мы с вами уже не раз, рассматривая эту программу, обсуждали эту методику. Нормальный метод, высокоинтенсивный метод. Так что поочередные сгибания рук с гантелями стоя выполняются по той же совершенно методике. Второе упражнение – это сгибание на бицепс на парте, или подъем на бицепс. Сгибание гантелей, как мы говорим, да, или сгибание штанги. Значит, в этом упражнении у Дуэйна Джонсона есть трюк, который он использует. Давайте сначала вспомним, как это делается. В первом подходе он делает 12 повторений. 12, тут все понятно. Значит, сделали 12, отдохнули. Секунд 45 до минуты, сделали 10. Отдохнули 45 секунд до минуты, сделали 8. После этого сделали 6. После этого, ребят, отдохнули вдоволь. И Дуэйн Джонсон делает 2 подхода по 21 повторению. Как это делается? Вообще, это классическая схема 7, 7 и 7. То есть подход состоит из 3 сегментов по 7 повторений. 7 в нижней фазе, 7 в верхней фазе и 7 полных. Это формирует один сет из 21 повторения. То есть здесь у нас сколько подходов-то получилось? 12, 10, 8, 6, 4, то есть 5. И еще плюс 2 подхода по 21 повторению. То есть 7 подходов. Немало. Пойдем к следующему. Надо веревку, Викуль, веревку. После 2 упражнений на бицепс идет проработка трицепса. Трицепс начинается с разгибаний с веревкой. Вот это упражнение, я думаю, всем нам давно известно. Сделать нужно 4 подхода. Тоже все начинается с 12 повторов у Дуэйна Джонсона. То есть подбирается вес, чтобы 12 было сделать достаточно трудно. После 4 подходов, 12, 10, 8, 6, Дуэйн Джонсон сбрасывает вес и делает на 20 чистых повторений. Своего рода прогнать кровь. Необычная методика. Исторически считалось так, что тело запоминает последний подход. Не все с этим согласны. Я тоже не буду утверждать, что это так. Но в основном пирамиды идут вверх по весам, либо вес остается стабильным. Вот это сбрасывание веса в последнем подходе – это так, неоднозначная тема. Второе упражнение сразу же для трицепсов – это с той же веревкой, но только с нижнего блока разгибание вверх, французский жим. Для второго упражнения к нижнему блоку я принес вот такую скамью. Не все делают это упражнение, мне нравится. Хотя технически, конечно, нужно заморачиваться, тащить скамью. Ну, то есть, сами понимаете, вот это куча организационных каких-то мер. Но упражнение стоит того. Если не делали, попробуйте обязательно. Дуэйн Джонсон делает его тоже в 4 подходах. Также 12, 10, 8, 6. В общем, та же методика, что и в предыдущих разгибаниях. Thank you.
повторений. Я не буду сейчас делать, ребят, все подходы. Вы поняли, что дальше идут 10, 8, 6. Я бы остался сейчас с прежним весом, потому что как раз 12 еле-еле выполнил. Значит, 10 сейчас в лучшем случае после 45 секунд или минуты отдыха. Самое главное то, что в конце, после 4 этих подходов, делается опять прожигающий подход на 20 повторений. То есть так же, как мы делали с разгибаниями вниз. После этих упражнений делается третья на трицепс и уже пятая на руки за сегодня. Всего лишь 2 подхода разгибаний с блоком по одной руке обратным хватом. То есть на внешнюю сторону трицепса. Здесь повторения высокие, то есть 20. Вопрос, конечно, в подборе правильного веса. Для меня эта программа новая. Естественно, я не помню все свои веса во всех движениях. Плюс залы все время разные. То есть сегодня мы решили снимать в этом зале. Завтра или там через неделю я могу оказаться в другом зале. Я, естественно, уже не помню, где какое трение, где какие плитки. Вот, если вы занимаетесь стабильно в одном и том же зале, запишите себе веса, и вам будет намного проще. Особенно, если вы решили пользоваться именно этой программой, которую мы уже почти закончили. Потому что у нас с вами остается одна тренировка. Следующий выпуск будет рассказ о грудных мышцах. То есть сегодня у нас была тренировка пятница. Я напоминаю еще раз, понедельник и вторник были тренировки, в среду был день отдыха, четверг и пятница, сегодня у нас пятница. И завтра последняя тренировка на неделе, имеется в виду завтра виртуально, да, в программе Дуэйна Джонсона, это тренировка груди. Но мы ее рассмотрим в следующем выпуске. Так что до встречи, пока.